До нас сьогодні завітав хірург-подолог Олександр Неділєв. Вітаємо вас. Доброго дня. Сьогодні разом з вами ми поговоримо про таку нагальну проблему, як діабетична стопа. Мало хто знає про це захворювання детально, тому я думаю, варто роз'яснити нашим телеглядачам, що ж взагалі означає це поняття. Діабетична стопа є дуже грозним осложнением сахарного діабету, которое возникает на фоне неправильно неконтролируемого уровня сахара. Да, ведь всем известно, что сахарный диабет разрушает нервные окончания, да, лишая пациента какой-то чувствительности, да, и при неправильном подборе обуви, да, при потере чувствительности больные могут не ощутить какие-то травмы, какие-то мозоли, какие-то язвы на ногах, они не ощущают температуру, могут получить какие-то ожоги, да, и сформироваться непосредственно какая-то язва, язва, которая является открытыми воротами для инфекции, инфекция и впоследствии, к сожалению, это ампутация, что приводит нам к определению уже такого понятия, как диабетическая стопа. Это язва, да, или дефект на стопе, который возникает на фоне нарушения микроциркуляции, нарушения иннервации, разрушения костей, суставов, которые возникают на фоне сахарного диабета. Кто попадает в зону риска, кто может захворить таким захворюванием? В первую очередь это больные с сахарным диабетом. Да, больные с сахарным диабетом, которые, к сожалению, может быть, не контролируют свой уровень сахара. Больные, которые не следят за тем, что и как они едят. Больные, которые имеют пагубные привычки в виде табакокурения, да, или алкоголя. К сожалению, это пожилые, одинокие люди, которым некому следить за ними, некому осматривать ножки. Больные, которые на фоне сахарного диабета могут лишиться зрения и получить непосредственно какую-то травму. Ви сказали, в першу чергу, це люди хворі на цукровий діабет, тобто можуть бути і люди без цього захворювання отримати... Ну, диабетическая стопа – это осложнение на фоне сахарного диабета, да, но как хирург-подолог я могу вас уверить, что проблемы со стопой могут возникать не только на фоне сахарного диабета. Ведь стопа – это очень интересный орган, орган, который оппозиционирует нас в пространстве. Ведь какие-то изменения может быть на суставах, какие-то изменения позвоночника смещают центр тяжести и могут вызвать какие-то деформации, какие-то изменения на стопе, да, приводя к образованию каких-то язвенных моментов. Но на фоне сахарного диабета люди теряют чувствительность, поэтому они не ощущают язву, и многие пациенты ко мне приходят с язвами, они на них наступают, они их не чувствуют, они им не болят. Это такой очень интересный психоэмоциональный момент для больного. Тобто у зоні ризику може опинитися кожен з нас. Як попередити це захворювання? Чи є деяка профілактика, яка може нас уберегти? Да, пожалуйста, смотрите. Основной момент – это компенсация уровня сахара. Сахар должен быть в пределах своих. В профилактику включается также регулярный осмотр стопы, да, то есть вы вечером приходите, снимаете обувь, осматриваете свои ножки, желательно осматривать при помощи кого-то или при помощи зеркала. Обязательно ухаживайте за своими ножками, существует ряд косметических кремов, мазей, которые вам помогут в этом. Я рекомендую все-таки отказаться от каких-то пагубных вредных привычек. Я рекомендую следить за тем, что и как вы едите, и я рекомендую все-таки вовремя обращаться к доктору эндокринологу, доктору хирургу подологу, да, то есть непосредственно к врачам, которые занимаются данной проблемой. Если уже такая проблема выникла, чи є варианти її вилікувати и позбутися тих самих язв, позбутися захворювання? Да, ведь диабетическая стопа – это осложнение сахарного диабета. Поэтому основным и самым главным моментом, я всегда говорил и буду говорить, это компенсация уровня сахара. При этом условии есть возможность восстановить целостность кожных покровов на стопе. Следите за ножками, вовремя обращайтесь к доктору-хирургу-подологу, ведь только хирург сможет определить, на каком уровне, на какой стадии находится рана. Ведь рана может и нагнаиваться. Ведь рана может покрываться некрозом. Вовремя хирургическая обработка, правильная хирургическая обработка, правильное использование медикаментов. Это могут быть антибиотики, могут быть какие-то мазевые препараты.
разгрузка стопы. Это тоже очень важно, это тоже вам подскажут доктора непосредственно на месте. Наскільки небезпечно це захворювання, до яких наслідків воно може призвести? Сахарный диабет – очень интересное заболевание, заболевание, которое, к сожалению, неизлечимо, но с ним можно жить и жить полноценно. В нашем мире количество больных с сахарным диабетом растет в геометрической прогрессии. И практически у 80% таких больных могут возникнуть такое заболевание, такое осложнение, как диабетическая стопа, что, к сожалению, может привести к ампутации. При невовремя обращении, при неадекватном лечении – результат плачевный, к сожалению. Але варианты все-таки попередити це, дотримуючись ваших парад. Вовремя. Всегда вовремя нужно обращаться к доктору, который сможет подсказать вам, направить на каком-то этапе. Ведь сахарный диабет и жить с сахарным диабетом – это как вести машину на оживленной трассе. Вы знакомы с правилами, конечно, сначала это тяжело. Но когда вы начинаете ехать, вы тихонечко срабатываетесь, і тоді у вас все починає потихоньку виходити. Перед ефіром, спілкуючись з вами, ми дізналися, що лікар-хірург-подолог досить обмежена спеціальність, і знайти її у нашому місті навіть досить важко. Хотілося б дізнатися про саме цю спеціальність, у чому її особливість. Так, да, патологія – одна із нових таких от моментів. Це наука, наука о стопе, наука, которая включает в себя понятия как травматология, артрология, сосудистая хирургия, флебология, гнойно-септическая хирургия, хирургия, понятие эндокринологии, понятие гнойность, понятие, может быть, дерматологические какие-то. Поэтому вроде как и узкая специализация, да, но она аккумулирует в себе довольно-таки обширные знания. У нас в городе есть доктора, которые этим занимаются. К сожалению, этого мало. Довольно-таки большой поток пацієнтів, що говорить о актуальності даної проблеми. Дякуємо, що ви сьогодні звітали до нашої студії. Сподіваємося, що це не остання зустріч, і ви зможете ще повідомити нашим телеглядачам про те, як доглядати за їхніми ніжками для того, щоб стан їх здоров'я дійсно був на найвищому рівні.